Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и сегодня у нас вышла iOS 13 бета 1 для разработчиков, то есть это является бета 9 получается. Давайте же с вами вместе посмотрим, какие нововведения здесь есть. Итак, вот она наша бетка iOS 13.1, developer бета, то есть это есть 9. Какие были нововведения, тут еще непонятно, просто пофиксили какие-то баги. Но все так же работает быстренько. Ну, давайте мы с вами посмотрим на скорость работы, как она работает. Пойдет по запускам приложений, игр. Сами все видели. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.